Медитация, реальность изобилия. Примите удобное положение. Расслабьтесь. И пока мы готовимся к медитации, я расскажу важные вещи. Изобилие – это священное право, дарованное каждому из нас. Давайте прямо сейчас зададим сами себе вопрос. Что такое истинное изобилие? Скажу вам сразу правду. Оно заключается в том, чтобы сделать так, что все наши потребности будут легко удовлетворены. И наши желания спонтанно осуществлены. Мы познаем истинное изобилие, когда ощущаем радость, здоровье, счастье, смысл нашего предназначения и жизненную энергию каждый момент нашего существования, а также чувство бьющего через край изобилия, что заполняет все области нашей жизни. Но у нас нет необходимости искать изобилие. Нам достаточно заметить его и открыться тому, что уже есть. И позволить щедротам Вселенной устремиться к нам. Вот смотрите, все мы ощущаем изобилие каждый день. Это безграничная радость ребенка. Это ясный солнечный свет, заполняющий комнату, когда мы открываем глаза. Это поддержка друзей и семьи, которые всегда помогают нам. Природа также отражает это изобилие во всей своей красе. Цветущие поля, величественные горные вершины, душистые роскошные леса, богатство жизни в его первозданном виде наполняет всю нашу планету. Невозможно сосчитать все песчинки на берегу или все звезды, сверкающие на ночном небе. Даже наши собственные тела, состоящие из тех же молекул, что и Вселенная, состоят из миллиардов других клеток. В природе, во Вселенной и внутри нас самих не существует ничего, что могло бы быть обозначено как ограниченность или недостаток. И теперь, когда вы обладаете этим знанием, вы можете постичь концепцию неограниченного изобилия. Зная, что желания нашего сердца всегда доступны, достаточно подготовиться и принять их, поделиться своими дарами с миром. И для вас задание на сегодня. Найдите несколько минут в течение дня, чтобы понаблюдать за примером изобилия внутри самих нас, самих себя, а также в окружающей вас среде. И вы увидите множество сокровищ, что Вселенная постоянно предлагает нам, и начнете развивать осознанность настоящего изобилия. Сейчас мы полностью уже готовы к медитации. Нам нужно
с вами сфокусироваться на сегодняшней центрированной мысли. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Начнем. Я думаю, что вы расположились удобно и закрыли глаза. Если вы этого еще не сделали, то, пожалуйста, сделайте. И прямо сейчас погрузитесь в себя. В то самое место внутреннего спокойствия, где вы ощущаете связь со своим Высшим Я. Прямо сейчас ни о чем не думайте и начните наблюдать за своим дыханием, которое подобно морскому приливу и отливу. С каждым вдохом и выдохом почувствуйте, как расслабляете все больше и больше, наполняясь легкостью и спокойствием. Теперь медленно добавьте мантру и повторите ее мысленно, позволяя растекаться легко и без усилий по всему вашему телу. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Каждый раз, когда вы замечаете, что вас отвлекает какая-то мысль, телесное ощущение или внешний шум, просто направьте свое внимание на мысленное повторение этой фразы. Продолжайте до сигнала, а после вы отпустите мысль. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня.
пришло время отпустить мысль. Возвратите свое сознание в тело. Почувствуйте свои руки, ноги, туловище. Вспомните, какое положение вы занимаете в пространстве. Отдохните минуту, вдыхая и выдыхая медленно и глубоко. Продолжая день, принесите это чувство легкости по всему дню, напоминая себе сегодняшнюю центрированную мысль, которая звучит так. Сегодня я созерцаю все то изобилие, что окружает меня. Запишите данную мысль в свой новый блокнот и перечитывайте в течение дня ее как можно больше раз. А с вами была Юлия Жукова.